Ребята, помните школьника, который меня заскамил в прошлых двух видеороликах? Тогда наглый школьник обманул меня на скины в стендовчике, за что он был затроллен. После того, как я его затроллил, он дал мне обещание, что больше троллить он никого и никогда не будет. На что я, конечно же, ему поверил и дал ему второй шанс, сделав ему прокачку инвентаря. И вот вроде бы после всего этого мы с ним разошлись, больше не общались, как вдруг мне мой друг и хороший знакомый отправил вот такие вот сообщения в Телеграме. Мой друг сказал, что этот наглый школьник опять начал скамить, но в этот раз он притворяется разработчиком. Не, конечно, я ожидал от него всего, но не вот таких вот грязных мувов. Я хочу проверить его еще раз. Друг... Мой друг меня обманул, поэтому давайте сегодня в ролике этим мы и займемся. Специально для этого видоса я зайду на аккаунт братишки, притворюсь глупым школьником, и если он реально скамер, то я дам ему меня заскамить в стендофе. Заодно проверим, реально ли он скамер или нет. Но если что, у меня сохранился его аккаунт, и если он окажется скамером, то тогда, ребята, вы сами знаете, что будет. Не буду вам спойлерить, приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы приступаем к видеоролику. Чувствую, будет веселушечка. Также, ребята, огромное спасибо всем, кто подписывается на мой YouTube канал. Просто огромнейшее спасибо. Не забывайте, что скоро на канале прокачка, поэтому если вы по какой-то причине вдруг еще не подписаны, самое время это исправить, потому что много зрителей без подписки. Ребят, ну подпишитесь вы уже. Мало ли, в следующем видосе будете на прокачке. Все, не задерживаю вас больше с вступлением. Погнали. Потроллим этого нубасика, этого школьника. Let's go! Приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали. Итак, ребятки, я, конечно, не хочу верить в то, что школьник, которого я прокачал, и до этого он скамил, опять взялся за старое и начал скамить. Сегодня я решил это проверить. Ребятки, я специально для этого зашел на аккаунт своего братишки, чтобы притвориться школьником и чтобы он меня не узнал. Также сегодня в ролике я буду сидеть с измененным голосом в Дискорде, чтобы он меня опять не узнал. Смотрите. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот таким вот голосом сегодня я буду общаться с ним в видеоролике. Итак, специально для этого видоса я зашел на аккаунт своего братишки. Он мне разрешил, так сказать, устроить проверочку этого кентика. Итак, давайте напишем его ID. О, смотрите, он реально сидит с никнеймом разработчика. Офигеть, общая статистика. Это его аккаунт, смотрите, из прошлого видоса. Он реально... Так, окей, давайте ему тогда напишем. Привет. Ну, у меня, кстати, ник здесь Шкибди Туалет. Ну, то есть я реально никак не могу спалиться с тем, что... Я. Он будет думать, что я какой-то школьник, и я ему пишу. После этого сообщения у него уже должны появиться вопросы, кто ему вообще пишет. Он пишет, ну, давай спросим у него, как будто бы мы реально школьник. Тиразбобчик. Ты кто такой пишет? Ну, кстати, на его месте я бы просил точно так же, просто какой-то Шкибди Туалет пишет в стендофе. Именно так. Реально? О, пишет, а что? Ты уже играешь... На 7-м сезоне. Я реально, походу, сейчас отыгрываю прям реально такого школьника глупенького. Ну, посмотрим заодно, как он вообще скамит. Надо бы проверить его, если это реально так. Смотри, он пишет «да». И у меня все ножи. Реально? Фига себе. Он пишет, что у него все ножи. Какие все ножи? Я же знаю, как его инвентарь выглядит. Докажи, что ты разработчик. Ну, пока что я прям идеально вливаюсь в роль школьника, в принципе, неплохо. Так, давайте надо его в друзья добавить, разработчика этого. Приглашаем его в лобби, закрываем. Так, все, ребятки, он уже в лобби пишет, ну... Баранки гну! Ты точно разраб? Пишет, ты чё? Ты чё пишет? Блин, он, ну наглости в нем не убавилось. У тебя есть Дискорд. Короче, давайте сейчас пойдем с ним в Дискорд. Надо... А, погнали, скины покажу. Окей. Короче, я хочу притвориться школьником и отыгрывать прям глупого школьника. Посмотрим, как он меня заскамит. Носик, пока что все идет по плану. Только единственное, реально меня, получается, не обманул мой модератор. Неужели он реально опять взялся за старое, за скам? У него даже Дискорд разраб 2134. Так, короче, сейчас я изменю свой голос, позвоню ему в Дискорде, добавлюсь к нему в друзья, уже зайду к вам снова. В общем-то, ребята, я уже изменил свой голос, и сейчас я буду звонить ему в Дискордике. Начать голосовое. Алло, привет. Алло, да, привет. Саламчик, как тебя зовут? Меня зовут разработчик, а что такое? Не, а твое имя? Или тебя реально прям разработчик? Илка, меня зовут Илка. Погоди, ты что, разработчик Бравл Старса? Ну блин, если Бравл...
Если так Brawl Stars разовут, что сразу стендофера не могут так звать, алло? Ты говоришь, что у тебя есть все ножи. А ты можешь это доказать как-то? Ну как? Ну, предложи, как доказать, я докажу. Ты можешь мне нож подарить, допустим? Нож подарить? А губа не дура у тебя, что ли? Подожди. Ну ты же говорил, ты разработчик. Ты что, вообще? Ты можешь меня на аккаунт? Не-не-не, не надо меня банить. Стой, а ты можешь мне на аккаунт выдать, допустим, 5 ножей? Ты же разработчик. Я смотрю, ты вообще разбалованный пацан какой-то с улица двора, блин. Ну, смотри, давай так. Если ты меня выиграешь в дуэли, так уж и быть, я тебе 10 активаций на нож активирую. Хочешь? Погоди, реально, если я тебя выиграю в дуэли, ты мне дашь 10 ножей? Ну, как ну конечно, но ты же меня не выиграешь, ты какой-то сильвер. А, у тебя феникс. Как я тебя выиграю? У меня только сильвер. Ну, ты лох, потому что давай, ты согласен? А давай так, у тебя есть нож какой-нибудь? А ну-ка. У меня нет ножа. А, ну все понятно, ну ты бомж какой-то попался опять. Да ладно, у меня есть какой-то дешевый фэнга аурета. Ну, блин, я хочу 10 ножей, если честно. Смотри, давай так, если выиграю я, то ты мне даешь фэнг аурет, понял? Погоди, ну ты же разработчик, зачем тебе ножи? Ты же их и себе ну, и так выдать можешь. Разыграть подписчикам, ну, разработчик, да. Погоди, что тебе мешает, выдать просто подписчикам? Ты же разработчик. Ну, смотри, мы сыграем дуэль, я свою хочу тоже получить, поэтому надо все честно делать. Скажи спасибо, что эти 10 ножей. Погоди, а это точно не обман? Ты же можешь себе просто выдать нож, зачем тебе мой нож? Ты даже отнять у меня нож можешь. Какой обман? Что за малолетка вообще, какой обман? Обман уже 3 года, да уже вообще, у нас камера вообще в этой игре нет, алло. Ну ладно, погнали, а какую карту? Ставь Сэндстоун, конечно, Сэндстоуни, да. Окей, запускай. Погоди, а ты точно разработчик? Самый настоящий, а ты что, еще сомневаешься в этом? Погоди, можешь показать свои скины? Без проблем вообще. У меня станок вылетел, разработчик, когда ты починишь его? Никогда! Ты специально это сделал, чтобы у меня вылетело, да? Да, я специально тебя выкинул с игры, чтобы угорнуть, понимаешь? Дочь, ты такой тупой просто. Разработчик, а почему вы так меня обзываете? Вы же разработчик игры. Я не тебя обзывал, блин, тут со мной этот рядом сидит, блин. Феля, блин, пишет мне, да скинь промокоды, блин, вообще. Я смотрю, от всех нужны деньги, вообще, блин. Все, я зашел в игру, а можете продемонстрировать ваши скинчики? Пожалуйста. Смотри, какой у тебя. Смотри, какой. Апик, смотри, какая юспик какой. Я всегда хотел такие скины посмотреть. Убей меня, я тебе еще покажу. Быстрее, блин, убей меня. Нажми на кнопку. О, убил. Хотя бы так умеешь убивать. Молодец. Ну смотри. Погодите, разработчик, если я вас выигрываю, вы даете мне 10 ножей, я правильно понял? Разумеется. Да, конечно. Да. О, нифига тут у вас скинчики. Смотри, блин. А почему у вас наклейка клоун? Ну, один тупоголовый дебил мне вот такую подарил. Ну, я тебе не буду говорить тут. Кто? Ну, да, один разработчик тоже. Ну, его там зовут... Короче, все, зачем тебе все говорить? Иди отсюда, надоело. Погоди, а я думал, что у тебя клоун, ну, потому что только клоуны клеят клоунов. Ты дурак? Я тебя баню. Да ладно, все. Забанился, иди. 1, 6, 8, 3, да, тот самый, да, шкибиди туалет. Не, я пошутил, не надо меня банить. Я вашу игру донатчу, я покупаю батл пасс, не надо меня банить. Отмена. Все, хорошо, не забаню, нормально. Ладно, разработчик, а можете сказать, как вас зовут, а то, ну, хочется уже к вам обращаться по имени как-то. Ты дурачок, я тебе вначале сказал, что меня Илка зовут еще. А, Илка? Почему вы обзываетесь, разработчик? Ладно, я же вас сейчас... Ты меня выиграешь! А можете сказать по секрету, что будет в следующей обнове, пожалуйста? Я очень хочу узнать. Ах, ладно, никому я не говорил, только тебе скажу. Смотри, в следующей обнове будет только донаты, только вылеты, больше ничего. Опять эти читай не будет. О, да, это мы любим. Похоже, вы настоящий разработчик. Ладно. Ну да, сам настоящий, конечно. Я теперь вам верю. Так, хорошо. Похоже, вы не научились свою игру играть. Я тебе поддался, ты... Боже, какой же ты... Короче, все, продолжаем играть, я беру лучшее оружие в мире, потому что Дигл топ. Реально? Я тоже, кстати, думаю, что Дигл топ. Ну да. А вот у нас Аболтус один есть, который, блин, всегда нашу студию обзывает, блин. Срака тренер. Погоди, ты поэтому Дигл любишь?
Разумеется, блин, я ему на день рождения его почтой привезу, блин, дурачок. Это вы что, про Нави тренера? Ну вообще, блин, такую фигню про нас плетет. Конечно, правду говорит, но все равно дурачок какой-то. Да, вообще, у него, по-моему, с башкой не то. Да. Ладно, разработчик, а этот, на миду тоже играем, да? Какой миду, блин, Тёмка, имбецил! Тебе хана. Ну зачем вы называетесь? Вы для чего карту создавали? Я хочу на всей карте играть. Да, какой всей карте это? Я не создаю карты! Иди сюда! Давай! А вы точно разработчик? Ребята, постойте и, пожалуйста, не перематывайте. Мне нужно кое о чем с вами поговорить. Нет, это не реклама, и в этом ролике рекламы не будет. Вместо этого я хочу вам сказать, что я на протяжении полугода работал над своим альбомом, который называется «Пандемия». Но я думаю, вы все понимаете, что по большей части это было сделано по рофлу. И в целом, я всегда в видосах какой-то веселый, не поднимаю никакие проблемы, просто... Какой-то веселый образ парнишки, который снимает стендов. Но на самом деле последние 2-3 года в моей жизни были очень сложными, и я прошел очень сильный этап, как я считаю, и решил оставить его в музыке. И в целом мне на самом деле очень нравится заниматься музыкой, и почти все свободное время я ее либо слушаю, либо записываю. То есть я записываю ролик, а потом иду опять в музыку. Все пришло к тому, что теперь я наконец-то готов показать вам тот материал, который я записал и над которым я работал последние полгода. Уже 8 марта на моем втором канале, который будет по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии, выйдет мой альбом. Также еще специально для этого я подготовил целый клип, который выйдет уже 10 марта. Премьеры уже запланированы на моем втором канале и на моем основном канале на главной странице. Вы можете сделать пресейв альбома, сохранить его к себе и послушать его 8 марта, когда он выйдет. Если вы сделаете это и сохраните его к себе, то я буду вам очень сильно благодарен. На самом деле в будущем я очень хочу заниматься музыкой, просто потому что к этому у меня лежит душа и мне это нравится очень сильно. Честно, я пока не знаю, как зайдет мой релиз, я особо сильно не хочу загадывать, но мне очень нравится подходить к чему-то более творческому, поэтому, если вы поддержите меня в этом, я буду вам очень сильно благодарен. Все, что от вас требуется, это просто подписаться на мой второй YouTube канал, ссылочка на который будет в описании, и в дату релиза, именно 8 числа, послушать релиз и продолжать его слушать дальше, потому что я над ним очень сильно старался и оставил в нем частичку своей души. Вы не представляете, сколько времени, бессонных ночей и сил я потратил на этот релиз, сколько денег в него было вложено. Наверное, порядка 600 тысяч рублей я потратил на все визуалы, сведения, биты. В общем, я очень сильно постарался и сделал это по большей части безвозмездно, просто потому что к этому у меня лежит душа и мне хочется этим заниматься. В общем, ребята, не буду вас задерживать. Кому тоже интересна моя музыка и я в целом, можете поддержать меня. Кому это не интересно, можете дальше смотреть видосик. А я погнал. Как будто работаете в студии, там, не знаю, каким-нибудь уборщиком. Чисто поняли, подрабатывайте. Ты дурак! После школы. Мне 34, дурак. Реально? Какой школы? Да, какой школы? Кстати, разработчик, у меня такой-то скинчик есть. Стойте, не убивайте, пожалуйста, где? Разработчик. Давай, где ты? Это дорогой скин? Короче. Это мне просто мама купила, она разрешила задонатить вашу игру на день рождения. Что? Этот скин это... стоит? Это крутой? Ну блин, фигня полная. Короче, смотри, если ты, слушай сюда. Если ты сейчас сидишь с программой голоса, и ты какой-то ютубер, ты мне должен будешь 10 миллионов голды, понял? Скажи это, в лицо скажи, понял? Нет, меня зовут Саша, мне 13 лет. Самое убогое имя в мире, боже мой. Самое убогое имя. Почему? Потому, вот смотри, ты такой просто... Ты зачем меня обозвал? Это хорошее имя. Тихона, ты зря это сделал. Все, без подавания играю. Тихона. Готов подавать ножик? А можете, кстати, сказать, когда вы удалите Fable Case, разработчик? Не буду ничего говорить, потому что ты дурак. Да блин, за что? Почему вы обзываете меня? Я же ваш друг. Окей. Если захочешь, я сейчас выиграю еще и ножик вызову. Но если хочешь дополнительную информацию, ты должен мне дать 100 тысяч голды. Понял? Чего? У меня нет столько, никогда не было. Да, попроси маму задонать, там не знаю. А зачем тебе 100 тысяч голды, если ты можешь все
сам голду выдавать разработчику. Так в смысле? Ну ты ж хочешь информацию получить? Я предложил свой ценник. Ну, чисто так. Смотри, я когда себе выдаю голду, я ее не раздаю подписчикам. Я их раздаю на стриме. А когда мне дарят голду, ну то есть покупают у меня что-то, я их раздаю в роли. Понимаешь суть? Погодите, вы разработчик-ютубер, что ли? Конечно! Самый настоящий! А, ничего себе. Почти 25 миллионов подписчиков, а ты что думал? Фига себе. Да. Играть вы, конечно, не умеете от слова совсем разработчик. Ты что, ты уверен, Техана? Нет, я тебя найду сейчас, я тебя найду. Давай. Ты дурак? Где ты? Ты на А пошел? Ты имбецил? Где ты? Чего? Я не пошел на А. А где ты? О боже мой, с кем я? О боже мой, где ты? Разработчик. Что ты делал? Где ты был? Я в доме стоял. Что-то вы, разработчик, походу карту плохо знаете. Походу вы ее не создавали. Походу вы фейковый разработчик. Какой фейковый? Я, кстати, думал, что вот если ты создал игру, то ты, значит, в ней хорошо играешь. А что-то ты как-то какой-то слабенький, что ли. Алло, ты гонишь? Я без монитора играю. Мне включить монитор? Ты хочешь, чтобы я монитор включил? Давай. Без проблем. Я включаю монитор. Техана. Все, я включил монитор. Поехали. Где ты? Погодите. Опять это прячется. А это правда про то, что если я выиграю вас, вы мне 10 ножей дадите? Ну, я не знаю. Алло? Погоди, ты вообще без наушников? Тебя слышно было, как ты в доме пробежал? Да мне даже лень наушники одевать против тебя такого, дурачок. А, то есть тебе вообще не жалко для меня 10 ножей? Так я тебе не буду, я ходовать все. Так погоди, я же выигрываю у тебя в дуэли пока что. У меня 8 хп. А я могу, кстати, еще вот такую вот так. Я хаешку кидаю, лови. Как ты себя своей хаешкой взорвал? Ты вообще что ли дубасик? Ма, я покушал, мам. Я тут, все, ма, закрой дверь. Алло, ты че дура? Погоди, у тебя мама в офисе работает? Какой мама? Ну, мамонт, понимаешь? А, мамонт? Да, разумеется. А, так вот оно что. Вот так. Ты где, кстати? Я тут на батьку поставил. Я пошла. А ты на... О, боже мой. Я тебя баню. Мамонт, забань, пожалуйста, этого шкибиди туалета. Вообще дурак какой-то. На радаре увидел. Меня радар... Какой же ты дубасик! Я пишу разрабам. Смотри, я пишу разрабам. Ты в курсе? Ты в курсе? Ты же сам разраб. Кого ты меня знаешь? Ты же и так ничего. Я пишу главнее меня, понимаешь? Главнее меня есть люди. Ну, я самый настоящий разраб. Ну, типа, я за главным пока что. Сижу тут в офисе, чилю, знаешь, в Казани. Тут какой-то фиджитал проходит, там, блин, Ероксы, Мироксы, джентльмены какие-то там вот эти играют, понимаешь? Я вообще все это организовал, свои бабки туда вложил, знаешь. Ты с Легитом! Разработчик, не бань меня только, я не с Легитом, разработчик, не бань! Я тебя баню, тебе хана! Так, ребята, я сейчас замутился, что-то я хочу специально попритворяться сейчас немножко нубасиком, чтобы посмотреть на его реакцию. Где ты? Алло. Чего ты, алло, конечно? Иди сюда. Да блин! Слабость! Как ты меня так забрал, бро? Ну ты вообще слабак. Вообще слабак какой-то нафиг. Иди еще тип. Я еще знаком со всеми ютуберами. Капитоном, срать Капитоном, Ероксы там, джентльмены, Велем. Недавно с ним в клубе были, знаешь, там, бухали там, ну все такое. Чего? Это же Веля, я не верю. Ты фигню какую-то говоришь. Какую фигню? Опа, флешечка. Кушаем. И сюда, попаду. Ставлю пачку. Ты где? Убью! Такой ты дубасик! Короче, иди в жопу, перезарядка, техна. Я тебе подался. Такой ты дубасик! Велем, я пишу Велем, чтоб тебя забанил. Ну, как, так мне сейчас в ленте я баню, я Велем напишу. Погоди, он разработчик, что? Все, отстань от меня, продолжаем. Да. Погоди, ты не рофлишь? Да все, отстань от меня, не рофлю, ну и что? Только никому не говори, пожалуйста. Ладно, никому не буду. Если ты скажешь, я тебя забуду, меня понял. Мне все равно никто не поверит, ты же знаешь. Ну да, а ты в курсе, что я тебе камбэк собираюсь, тебе хана. Где ты? Я тебя просто столько раз за нож посадил. И реально мне просто так хотел ножи подарить, поэтому дуэльку позвал. Ладно, смотри, давай так сделаем. У меня сейчас, короче, я могу выдать промокоды только так, если мне на аккаунт прилетит хоть один нож. Понимаешь? Не, погоди. Это уже какой-то обман, по-моему. Какой? Ты...
Я разработчик, ты что, дурачок? Какой обман? Какой обман? Алё, я конечно, тебе верю, что ты разработчик, ты там много всего такого наговорил. Что-то, по-моему, обман какой-то, не? Мы можем... Нет, погоди, стоп! Я выиграл дуэль, ты мне сказал, что ты дашь мне 10 ножей. Ну, я хочу тебе открыть промокод, смотри, но я не могу физически, потому что мне нужно, чтобы мне на аккаунт прилетел хоть один предмет, ну, нож должен прилететь на аккаунт, чтобы я активировала промокод, чтобы у меня открылся инвентарь, понимаешь? Я не могу сейчас открыть инвентарь физически, потому что мне не прилетел ни один скин, понимаешь? Это так разработчики действуют, понимаешь? Что-то фигня какая-то, по-моему, нет? Мне нужно купить скин, понимаешь? Чтобы у меня открылся инвентарь. Да, какая фигня, алло? Я тебе даю нож, и ты потом даешь мне 10 ножей, да? Да, да, чтобы у меня открылся инвентарь, тебе надо купить мой скинчик. Короче, ребятки, я сказал ему, что я продал скинчиков, но на самом деле я задонатил 3024 голдишечки, и сейчас я у него, собственно говоря, куплю скинчик. Я пока что замьючен в Дискорде. Так, все, в общем, голдишечка у меня есть. 3024 голды. Давай тебе ее дам. Я сейчас покупаю скинчик. И ты мне даешь 10 ножей, правильно понял? И да, именно так. Прямо сейчас я активирую 10 ножей, да. Окей, тогда я покупаю. Погнали. О, сюда. Смотри. Все, я купил, тебе пришла голда, да? Да, смотри. Все, у меня активировался инвентарь, но мне сейчас, короче, уйти надо. У меня уже время позднее, да. Давай завтра с тобой созвонимся, там решимся, да. Не-не-не, погоди. Прости, пожалуйста, интернет выключили. Ой, свет выключили. Ой, блин, давай, пока. Я тебе потом позвоню. Да, давай, удачи. Погоди, а 10 ножей? И ты из Дискорда, ребята! Он просто вышел! Короче, ребята, я не знаю, походу его жизнь ничему не учит. Если честно, я немножечко в шоке. Если вы хотите, чтобы я снова его затроллил, напишите об этом в комментариях. Также у вас на экране вышел вот тут вот видеоролик, который вы можете посмотреть. И не забывайте, что 8 числа выходит мой альбомчик, который я подготовил на моем втором канале и на всех музыкальных цифровых площадках. Поэтому ждите 8 марта, кто хочет, можете послушать. Ссылочка на второй канал будет в описании. В общем-то, на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых волнующих встреч. Всем пока-пока.